13 марта 2018 года, 10 часов 50 минут, футбол, чемпионат мира 2018. Бывший главный тренер сборных Бельгии и Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс оценил способности полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне. Манчестер Сити. Вся игра строится вокруг Де Брюйне. Он играет ногами, как Зидан, он прекрасно читает игру и видит поле. Другие футболисты должны подумать, когда получают мяч, но Кевину этого не требуется. К этому моменту он уже знает, что хочет сделать. Это игрок мирового класса. На чемпионате мира сборная Бельгии должна выходить из группы вместе с Англией, поэтому, возможно, Мартинес будет ротировать состав, чтобы к стадии плей-офф ключевые игроки подошли в свежем состоянии, цитирует Вильмотса и Челлен со ссылкой на кикер. На групповом этапе чемпионата мира 2018 сборной Бельгии предстоит сыграть с Англией, Тунисом и Панамой. Компани, возможность взять титул в борьбе с Мю выпадает раз в жизни. Источник HLN сообщить об ошибке комментарий.